Здравствуйте, меня зовут Виктория Бондаренко, и сегодня я представлю вашему вниманию наш новый проект совместно с деловым клубом студии «Шкатулочка» «Как зарабатывать на хендмейд». Если вы давно раздумываете над тем, как превратить хобби в бизнес и не знаете, с чего начать, или уже начали реализовывать свой проект, но не можете разобраться, как сделать это эффективно, то данный курс для вас. Немного о себе и о том, что будем обсуждать на проекте. По образованию и профессии я маркетолог с опытом работы более 15 лет, 10 из которых в ведущих мировых корпорациях. Но страсть к рукоделию была у меня всегда. Всегда хотелось что-то создавать руками. Валяние стало моим хобби более 6 лет назад. Думаю, люди, увлеченные рукоделием, меня поймут, что хочется посвящать своему хобби максимальное количество времени. Также это требует определенных денежных ресурсов. Необходимо покупать расходные материалы. Появляются новинки, которые хочется попробовать, различные образовательные программы, мастер-классы и многое другое. В какой-то момент я поняла, что хочу, чтобы мое хобби приносило доход, которого будет хватать не только на увлечения, но и на мои личные нужды. Теперь я знаю, как зарабатывать на хендмейд. Что мы будем обсуждать? Как сделать ваш проект привлекательным для потребителей? Где искать заказчиков? И как работать с ними и сделать их постоянными клиентами? Что и зачем анализировать? Почему нужно верить в себя и не надо бояться конкурентов? Мы будем учиться работать с ассортиментом, правильно формировать цены, осваивать инструменты по продвижению вашего проекта и обсуждать, где вы можете продавать ваш продукт, будь то товар или услуга. Профессиональная терминология ставит вас в тупик? Не переживайте. Мы поговорим про целевую аудиторию, сегментирование, позиционирование, маркетинг-микс, цепочку создания ценностей и другие важные темы простыми словами. А самое главное, обсудим инструменты, которые актуальны для сферы хендмейд. На первой встрече мы осветим общую информацию по курсу, затронем проблемные зоны при переходе из хобби в бизнес и будем обсуждать важные аспекты, которые уже в ближайшее время помогут вам сделать первые шаги или значительно продвинуться в выбранном направлении. Каждое следующее занятие будет раскрывать определенные темы, наиболее актуальные для того, чтобы ваш бизнес стал успешным, эффективным и прибыльным. Мы расскажем, как зарабатывать на хендмейд.